Патрульно-постовая служба и помощь сотрудникам милиции для Александра Мешко не просто слова. Уже полтора года второкурсник аграрного университета состоит в добровольной дружине вуза. Два раза в неделю Александр, как настоящий сотрудник милиции, охраняет общественный порядок на улицах города и занимается в Ленинском РОВД документацией. За добросовестное исполнение своей службы имеет не одну награду. В этом году конкурс среди добровольных дружин Ленинского района. Ну, там принимало участие 13 команд. В конкурсе я занял первое место в личном зачете. Ну, там были этапы стрельба, потом теория, медицина. Помимо личных достижений дружинников, на зимнем смотре в конкурсе «Молодежный отряд охраны правопорядка» Аграрного университета был объявлен номером один в республике. Отдел внутренних дел Ленинского района получил диплом как лучший отдел охраны правопорядка и взаимодействия с молодежным отделом охраны. Это, ну, действительно наши серьезные помощники в охране общественного порядка, в пресечении правонарушений административного законодательства и так далее. Ну, тем более, что это, можно сказать, так называемые первые потенциальные кандидаты на службу в органах внутренних дел. В составе добровольной дружины Гродненского государственного аграрного университета 32 человека. Многие из этих ребят уже не представляют свое будущее без службы в правоохранительных органах. Андрей Кухарчик в дружине третий год. За отличие в охране правопорядка даже получил медаль. Ходим на различные мероприятия, также по охране правопорядка. Также стоим в оцеплении на городских мероприятиях и на футболе. С детства уже хотел работать, служить в милиции, но не получилось. И хочу после окончания университета остаться работать в милиции. В прошлом году дружинники участвовали в распространении буклетов, беседах с пожилыми гражданами, были в качестве понятых при обысках. А также с их помощью было задержано 26 нарушителей закона. Катерина Котина, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.